Хорошо. Ага. Марин, скажите, пожалуйста, такой вопрос. А кто в семье у вас главный, мужчина или женщина? И кто вообще должен быть главным, считаете? Я считаю, что должен быть главный мужчина, потому что это вообще от природы заложено в мужчина. Ну, женщина тоже должна быть шеей такой своеобразной. Скажите, вопрос об отпуске. Если вы хотите уехать отдыхать, но не получается у вас по каким-то причинам, как вы выкручиваетесь? Мы едем на природу, например, к родителям на дачу можем поехать. Ну, а вообще, сейчас мы уже ребенка берем с собой везде. И считаем, что такие тепличные условия для детей тоже не очень хороши, поэтому они должны общаться в этом мире, адаптироваться и отдыхать точно так же с нами. И отдельно, я считаю, отдых от детей, например, это уже сейчас для нас неприемлемо. То есть мы должны быть вместе. Такой вопрос о красоте. Легко ли вам устоять перед любимым блюдом? И как вы боретесь с чувством голода? Если честно, сейчас я могу позволить себе все с появлением ребенка. Это связано с тем, что нагрузки гораздо больше, чем до того, как он у меня появился. Сидеть практически не приходится. То есть я постоянно на ногах, ем все, что хочу, и не поправляюсь абсолютно. А как с голодом боретесь? С голодом? Да, в принципе, никак. Можно фрукты поесть, такое что-то легкое. Если уж на ночь глядя, то, конечно, не хочется сильно переутруждать желудок свой, да, тяжелой пищей. Можно фрукты поесть, можно что-то легкое, типа кефировать. Но сейчас у меня такой проблемы нет. Если до этого была у меня такая склонность какая-то, до рождения ребенка, я боролась всегда с весом. Я даже работала фитнес-инструктором и всегда старалась быть в форме. Сейчас у меня нет такой проблемы, пока что, по крайней мере. А, скажите, на какие жертвы вы готовы ради красоты? Ради красивого тела, красивой кожи? Ну, возможно, диета, правильное питание какое-то. Для меня это жертва, да, допустим, то есть если мы не привыкли правильно питаться. Ну, если говорить о какой-то пластике, то пока нет, наверное. Я до этого не созрела. И последний вопрос. Вы как относитесь к шалостям детей, к маленьких детей? И ваши дети шалят? Конечно, дети все шалят. Это нормально. Я считаю, чем активнее ребенок, тем выше интеллект у ребенка. Потому что он все познает через какие-то вещи, которые мы запрещаем, да, чаще всего. Мой ребенок еще года нет у меня, у ребенка. И я заметила такую тенденцию, что чем больше запрещаешь, тем больше он тянется к этой же вещи, которую нельзя. Поэтому... Ну, сегодня стараюсь. Шалил ребенок ваш? Сегодня шалил? Сегодня, да, конечно. Лезет к розетке, пытается что-то там отковырять. Ну, пока мы пытаемся бороться, не получается. Спасибо, Маринка. Все, мы можем вас сфотографировать.